как сделать легкую машину. Все отрезать, зашить алюминием и композитом. Так, пошли. Следующий спецучасток Бобика. Ну, тут как-то очень просто все ему. Что-то тут. Елочку ее. Елочку не задави. А не, нормальное место. Как морда приедет, мы после него поедем. Так а мы ему сейчас поменяем разрушатель. Смотка лебедки. Да, хорошо идут. Что тут скажешь? Четко. И на финиш там все просто. Время 2:40. Круто. Опа, серьезная машина. А вон едет, слышишь, на дальнем плане, смотрите, кто едет. А куда он едет? Хорошая там? Да. С Малайзии приехала машина. Контейнером. Заказная? Заказная, да? Знаете, контейнер, лодочка такая, возят на мусор. Так, поехал. Там ты не разгонял вообще. Ну почти. Чуть-чуть. Ну красиво было. Красиво, да. Едет еще один серьезный внедорожник. Починили. Все нормально. Будет экшен сейчас. Тут вертикалочка. Вчера издавала серьезные звуки машина, но сегодня готова к бою. Юра говорит, доработал. Что ты, дворники поменял, да, после вчера? Поменял дворники, говорит, все нормально. Все исправно. Да, дворники действительно новые. Серега, ну Вадим со мной согласен, а... Порвал. Нет, то у него такие... А белого волка в лес тянет, понял, все равно. А, я понял. Вот это экшен. Круто. И котлеты не нужны. Так, дождь стал сильнее. Маньяки все жестче и жестче подъезжают. Починили машину.
замедленно уже не успею я включить slow motion. Ну тут все лебедились. На капот? Да. И Макс будет перевести. Да. А, трос зажало, наверное, в песке. Ты дае! Я не могу. Окно открой, окно открой! Так, в азарте. Где? Это не Богер, это Китай оригинальный, ты чё? 38,5. Вот она говорит. Конкурент, конкурент. Тихо, тихо, смотри, как они бегут красиво. Смотри, смотри, смотри. А рядом, смотри, кто бежит рядом. Оператор Нива-клуба. Пилот, Пашка не приехал сегодня? Блин, Веталь, ты если бы бегом занимался, я думаю, у тебя бы результаты были не хуже. Как вор, смотри. Форточку. Форточку, квартирный вор. Что такое? Застрял, на. А не, это у них переговорка такая, понял? Туловище должно торчать в окне. Жестко идут. Так, осторожно, осторожно, стой, ты закрыл полностью бизона. Блин, такое вроде у тебя туловище маленькое, но объемное очень. Поехали дальше. Куда? Ты туда иди, куда ты идешь? Куда? Подсказываем штурману, куда идти, он не туда пошел. Йоханы бабай! Какой-то Йоханы бабай заехал. А как шел? Как шел? Назад! Назад попробуй! Толкни его, Юрец, толкни его! Блокировку! Очень опытный подсказывает, 3 тонны толкни. Толкни 3 тонны. Как он тянет, просто его на соревнования надо выставлять. Идеально. А как дело, он же на соревнованиях. Красавчик. Нет, по канату перетягивание. Вот молодец, вот это, похлопайте, парни. Красавчик, просто. Юрец. Что он делает? Он делает ветер. Блин, это очень жесткий штурман просто мечты. Юрец, ты сейчас даже у Юли выигрываешь, я тебе скажу. По штурманскому мастерству. Колесо в воздухе. Елочку объедь. Сматывает лебеду. Сейчас будет экшен. Не экшен. Экшен не получился. Пошел на финиш. Бизон! Бизон! Чемпион! О! Ура! Так, стартанула зеленая Нива мечты. В прошлом году она показывала высший пилотаж. Давай, 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 догоняй! Тут Нивоводы просто окружили ее и бегут параллельным курсом все. Какой-то лайт просто все время. ТР-1 самый многочисленный класс, наверное. Тут разворот. Чего-то они все там пониже. Вот так ты делаешь, понял? Мальчик, уйди с дороги. Ну, мы
лагеря оккупируют территорию. Нынче скоро блогеров будет больше, чем экипажей. Не порвал. Там вообще даже не дотронулся. Нормально. Все глаза закрыли. Пошел на финиш. Вот это тема сегодня. Да, хороший оффроуд. Четкий. Ну и тут финишный выход основной. Самый экшен сейчас. Ромыч, где ты? Блин, Веталь, сколько тебе стоит содержать такую фанатскую группу огромную? Ты посмотри. Это... Да, дорого, да? Дороже, чем Нива, наверное, да? Ну да. Это вообще. Так а что вы починили, да? Что сломалось? Солярки долили? Бобина. А? Бобина сломалась. Бобина? Машина. А, машина. Наверное, сиденье. Хотел показать. Облегченное. Тут очень серьезный вариант. Ковшей. Да и внутри тут все по-взрослому. Жестяк. Вот эти фанаты. Это вообще просто. Капот немного изношен. А так машина. Огонь.